Евровидение это как спорт, понимаете, да? Вот олимпийские чемпионы, чемпионы мира, да, чемпионы Европы. Вот, понимаете, это спорт. А я чуть-чуть по-другому мыслю, где наука, философия, даже и религия уже. То есть, как душой и сердцем ты все делаешь. А там обязательно надо победить. Ну, на Евровидении мне, знаете, что не нравится? Ну, вроде все ярко, вроде все красиво. Но вот не хватает, как будто вот, например, Stevie Wonder, да, или Кобзон, да. Понимаете, как они великие профессионалы, они как поют, и манерно, любовь. А там какие-то дети вдруг, знаете, другой уровень просто. Это другой какой-то вот, вроде ярко, все красиво, но Евровидение это, то есть... Я, наверное, не буду, не хочу обидеть конкурсантов. Я всегда за нашим болею, да. Ну, есть великие, то есть повороте, и понимаете, да, какая разница. И Евровидение, которые там... Вот. Поэтому я все-таки за наших, конечно, болею. Но в этом отношении для меня это как игра. Евровидение, понимаете?